О, смотри, реально скорость улучшилась. Видишь, я быстрее. И куда ты все это пропадаешь? Куда? О, полегче, полегче. Я реально становлюсь огромным. Камон! Всем привет! Друзья, вы на канале Funny Family Games TV, и мы сегодня почти в полном сборе. А еще у нас есть крутая новость. Мы сегодня в Роблоксе с вами поиграем в симулятор ямы! Господи, это ж просто Holy Simulator! Смотрите, какая тут у нас штука. Мы вот такая яма. Такая маленькая. Ползучая яма, и мы должны все проглатывать на своем пути. Я только что съел что? Водопроводный какой-то канал. Хоба, фонарь съел. А ты можешь дом съесть? Мусорка стоит, ням, дерево. Можешь дерево, да. Я больше становлюсь, яма становится огромной уже. Так, а ну-ка еще одно деревце давайте, нямка. Во, мы теперь можем апгрейдить себя, ребята. Смотрите, мы продаем то, что ммы засосали. У нас 32 доллара. Нажимаем апгрейд, и мы можем, смотрите, прокачать нашу яму. Ну, допустим, мы можем сделать, чтобы у нас увеличилась скорость. А я хочу, чтобы она больше засасывала. Денег не хватает. Ну, ладно, давайте еще пособираем. О, смотри, реально скорость улучшилась. Видишь? Я быстрее. Ты можешь эту штуку длинную засосать? Пока я маленький, я даже дом не могу засосать. Видишь, я мимо него прохожу. Я только могу маленькие предметы засасывать в свою яму. Даже в столб не могу засосать. Дерево не могу. Да ну, что это? Малюсенькая ямка какая-то. Давай этот кран съедим. Ням. Вот ням. А ну-ка эту штуку. Нет, не могу. Дерево. Ням. Вот это большое нельзя. Вообще нормалек, ням-ням-ням. Так, продаем. Ты веришь, что ты с каждым разом больше делаешь? Конечно. А я еще улучшил свою скорость. Смотри теперь. О, скины есть, ребята. Но у нас денег нету, ребята. Нам надо еще деньги. Печальненько. Окей, выдвигаемся дальше. И у меня реально теперь прикольная скорость. Смотрите, как я быстро перемещаюсь по площадке, по городу. Сейчас я съем вот этот кран. Мусорку. Деревце. Ой, такой-то чувак. Он меня съест, кстати, ребят, если я к нему приближусь. Потому что он больше. Так. Бедный папа. Блин, ну нам надо, ребят, побольше деньжат. У нас мало денег. Я знаю, кажется, что можно сделать. Купить? Да, мы, наверное, сейчас закупим с вами деньжата. Сейчас мы... Опа, дерево. Ой, этот камень сидим. Да. Мы не съели, смотри. Пиццерия, я бы не отказался. Так, продаем и давайте заходим в апгрейд. Да, давайте мы пополним наши монетки. Вот что мы можем купить. Сколько это стоит? О, давайте мы купим 600 тысяч долларов. Это стоит 195 рублексов. Ребята, покупаем. Сейчас мы будем супер производить прокачку. Все, хватит, ты деньги потратишь. Да у меня денег, смотри сколько. Мы сейчас просто круто прокачаем нашу яму. Камон! Все, я, кажется, все потратил деньги. Но теперь смотрите, что я могу делать. У-ху! У меня реально крутая скорость. Смотри, я могу шины съем. Съел. Сейчас я вырасту, Милан. Сейчас, подожди, я еще начну дома скоро есть. Не халям-балям тебе, между прочим. А куда ты это все засасываешь? Куда внутрь? Это такая вот дыра. Она все поглощает на своем пути. И куда ты все это пропадаешь? Куда? Полегче, полегче. Я реально становлюсь огромным. Так. Мне начинает это нравиться. Я что, буду скоро дома есть? Ну да. Мы кого-то съели из Роблоксов. Эй, чувак, я ж тебя должен съесть. А может быть мы черных не едим? Ну вот черного круга такого. Да, типа наша команда. На каком мы месте? Мы на 4-м месте, ребята, в городе. FFG TV уже так прикольно прокачал себя. Посмотрите, какой я огромный. А почему мы друг друга не едим? Почему я только ем какие-то непонятные предметы в городе? Хорошо, как мне скушать здание? Могу я вот это здание съесть? Смотри, смотри. Есть! Корона у меня! Ребята, это Виктор и просто победа. Виктор. Виктор, Петя. Это victory, значит, понимаешь, победа. У меня корона, я, значит, заработал что-то. Так. Смотрите, ребята, я реально уже огромный стол. Я чем больше становлюсь, тем медленнее, да? Я на 1-м месте! О май гуднес! Почему все потом за нами появляется? Милана, я сейчас съем весь город. Нет, ты не съешь все потом. Да смотри, просто все дома проваливаются в мою яму. Я самая огромная яма в этом городе. Ну реально, ребята, посмотрите, каждый дом уже мой. Ребята, есть.
Давайте теперь прокачаем наш... Яву, давай. Нет, давай яву. Давай лаву, ладно. Так, качаем. Дыру, большесть. Давай, дыру, большесть. И скорость. Все, больше денег не хватит. Эй, а где же наша лава? Ну-ка, вот, смотрите. Вот мы маленькие. Ребята, мы маленькие, но мы теперь лава. Сейчас подожди, мы подрастем. С нами деревья застревают. Опа, опа, опа. Так, съедаем. Вот эти камни могу? Нет, да. Почему здесь людей нет? У меня лава такая, они яма идут. Из лавы. Они там, лава все сгорает. Это все сгорает, это такая яма все поглощает такая. Яма из лавы все на своем пути съедает. Этот дом нет. Вы на четвертом месте. Ну что, а самое время третьем. Перейти на первое, да? Сейчас на мы перейдем. Смотрите, шины. Все. Сейчас мы из-под земли этот дом достанем, наверное, да? Дом. Кто-то высаживает деревья тут, а мы все это, ребята, съедаем. Вау, камон! У кого-то корона? Этот чувак сейчас на первом месте. У него корона. Сейчас мы у него корону отберем, потому что корона должна быть у кого? У нас. У нас, да, правильно. Нет! Вот все, корона у нас. Корона у нас, ребята. Мы уже впереди планеты всей. Сейчас мы этот городишко зачистим. Ну-ка, домик, давай-ка быстренько. Грязь. А этот домик... Опа, ням съели, ням. У него скоро порвется он. Нет, у нас, в нашей яме большой рот, он никогда не порвет. Я очень медленный стал, смотри, я вырос и я медленный. О, давай вот это синее здание. Ну-ка, оно огромное, смотри. Есть, а вот это? А вот это не можем, смотри, ребят. А вот это должны съесть, да? О, смотри, кинотеатр, там написано синема. Сейчас мы кинотеатр засосем в нашу яму. Поглотим. Поглотим. Ну-ка, давай-ка съедаем. Не могу, Милан, представляешь, не могу кинотеатр съесть. Ты что-то съела? Ну как, ребята, мы на первом месте, кстати. Давайте теперь, знаете что, смотрите, мы можем тут купить что-то, чтобы есть, я так понимаю, роблоксов. А ну-ка, давайте посмотрим, купим эту штуку. Это что-то прям дорогое, мы покупаем это за 650 роблоксов. Ну, нам интересно узнать, что будет. Что это мы купили, ребята? Смотрим. Эй! Папа, еще есть в магазине, сойди, еще есть в магазине. Так, мы этого чувака не можем съесть. Чего они стоят на месте, вообще не двигаются? Мы только самые активные, по-моему. Мы самые активные в этом городе, все зачищаем. Че не помогаете, парни? Так, на каком мы месте, ребята? Мы пока на четвертом, да? Да. Что такое? Я буду говорить, на каком месте. Может, ты еще в магазин зайдешь? Ну, сейчас я вырасту и потом зайду. Я могу есть роблоксов или нет? Где они все? Куда они все спрятались? Они куда-то все делись. Может, здесь одни? Давайте искать их на карте. А вот. Так, ну-ка, могу я его съесть? Ну-ка, ням. Я сказал ням. Не ням. А что эта штука дает вообще? Не знаю. Что-то мы взяли и вообще, куда наши деньги потратились? Что за обман опять? Да ну ешь давай его, а. Что такое? Грустняк прям хоть. Ну смотрите, я его должен съесть. А он живой. Ну хоть бы что. Хоть камень набор. Зато я вон дома все съел. Ням. Ну не все, ты вот этот не можешь съесть. Вот этот я не могу дом съесть. Он избранный. Вот этого чувака могу съесть? Кто там ест дома? У меня корона, ребята! Ну ладно, я не злодей, я добрый. Ну корона наша. Ну корона наша. ФФГ ТВ number one. Смотри, какие дома. Сейчас мы... Это целый город, целое поселение. Мы сейчас это все, ребята, засосем. Да, смотри, сначала вот это. Смотри, я каждый дом снес. Все тут, пустое поле, все зачищено. Теперь здесь. Да ну ладно, хватит нам уже. Хочу дальше. Не могу смотреть. Как грустно. Ну ладно. Зато мы в любом случае на первом месте, друзья мои. Мы выиграли. Вот такой у нас сегодня был симулятор ямы на ФФГ ТВ. Яма? Ну, а, да. Ты меня послушаешь, Яна. Яна, нет, мы не про тебя, мы про яму. Друзья мои, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк обязательно этому видео. Всем удачи, всем пока-пока! Goodbye!